Ну что, мои хорошие, Вовочка съездил в магазин, я занималась домашними делами, и сейчас буду распаковывать, что же он тут купил. Леушка тут у нас сидит, он вообще-то не попрошайка, он со стола ничего не ест, он ни колбасу ничего не ест, он ест редиску. Ему просто интересно, хочется попакостить. Най-най-най, Лео. Най-най-най. Итак. Купил мне Володюшка деодорант. Это шарики. Ну, это для туалета, это для унитаза, для хорошего запаха. Это у нас мешки для мусора. И это средство для чистки унитаза. Так будем говорить. Леушка тут помогает. Лео, най-най-най. Напиток у нас сангрия, сок ананаса, энергитринк, соленые огурчики и трутханфляйш. Очень вкусный трутханфляйш. Индейка. В собственном соку я достаю прямо на тарелочку, просто нарезаю и очень-очень вкусно. Это Мерретих. Мэр Реттих, это что, Володюшка? Хрен. Это хрен. Фрише Айршпецли, Лео Найн. Макаронные изделия, которые на сковородочку, маслица чуть-чуть добавить, хотя они промасленные, поджарить и все. А мне очень нравится шупфнудлин. Это тоже на сковородку и готово. Сделаны они из картофеля. Шницель свиной. Ринтвюршен. Это хакфляйш. Господи, что со мной сегодня? Хакфляйш это что, Вовочка? Фарш. Это фарш свиной и говяжий. Купили мы редиску. Свежий огурчик, конечно же, зеленый лук. Здесь колбаска салями, леонер. И еще что у нас тут? Шинкенфляйшвурст. Яйца цветные, яйца свежие. А цветные яйца мне очень нравятся, потому что я собираюсь делать окрошку, и мне это подходит 100%. Тастброд, нектарины, они сейчас сочные, вкусные. Хенчен кордон блюе. Что же это такое? Это курица и в середине шинкенвурст и сыр. И когда я в духовочке их делаю, на бумаге для выпечки, сыр потом, когда разрезаешь кордон блюе, он тянется, расплавленный. Ой, слюнки текут. Очень вкусно. Купили мы шмант, сметану. Вкусный хлеб свеженький. В магазине Вовочка его порезал. Там специально есть машина. Он с тыквенными семечками. Ну вот, кажется, и все. Еще 30% жира. Это тесто, слоеное тесто. Я хочу попробовать что-нибудь испечь. Лебервурст. И вот такие вот из говядины лекарли, солямки для Лео. Это пиво Шлапесепль. Вовочке это пиво очень нравится. Купили ящик пива. Это целительный, лечебный напиток для моего мужа в жаркую погоду. Ну что, золотые, я сейчас все это буду опять же распаковывать, раскладывать в холодильник, в ящики, в шкафы, куда что. Это опять работа для меня. Ну, приятная работа. После того, как все это разберу, я буду делать ужин, и будем мы
отдыхать. Заслужили отдых. Мы вчера вечером доели куриный суп с вермишелькой. Легкий такой супчик. А сегодня я опять сделала окрошку. Квас у меня в холодильнике стоял. Залила я теперь квасом. Я отправлю в холодильник. Будет холодненькое, вкусненькое. Это наша спасительница просто. Вот в эту вот жаркую погоду. Наша окрошка. Все, сейчас я делаю кордон блюе. Я бак папир, бумагу для выпечки чуть-чуть смазала маслицем. И теперь отправлю это минут на 15 в духовку. А потом переверну и буду дальше выпекать. А я тут сразу еще и багет запеку. Поставлю сейчас в духовку. А багет он с маслицем и с чесночком. Ну, на сколько? Минут на 7 готов будет. Я уже, конечно, и готовила фрише айршпецле. То есть это макароны с яйцами, свежие. И они уже промасленные. Но на сковородку я все равно добавляю чуть-чуть масла. И мои домашние любят, чтобы я добавила еще вот эту вот шинкен. Она уже порезана квадратиками. Поэтому сначала я отправляю на сковородку шинкен, а потом добавляю свежие макарончики. До золотистого цвета и все готово. Их точно так же можно варить. Ну что, мои айршпецле, макарончики жарятся. Они желтенькие, мягкие, очень вкусные. Одно в духовке, другое на сковородке. Все шипит, шуршит. А багет уже готов. Весь он пропекся, маслица расплавилась. Сейчас порежу и готово. Как же это мы, женщины, все успеваем. И жарим, и варим, и парим, и режем. Ой, молодцы! Как себя не похвалить? Ну что, багет у меня уже полностью готов. Я его порезала. Очень вкусно пахнет чесночком и горячим хлебом. Кордон блюе я перевернула. И поставила еще на 10 минут. Дальше буду смотреть. Видите, как уже из него вытекает сыр. А тем временем макарончики я размешиваю, перемешиваю, а они жарятся. Мое второе блюдо, яичные макароны с шинкен, готовы. Я называю это блюдо кордон блюе. А Иванушка мне сказал... Кордон блю. Нюшенька, скажи, как ты красиво говоришь? Ну, скажи, пожалуйста. Кордон блю. О, как красиво. В общем, все готово. Я разрезала одну штучку, чтобы вам показать, что все пропеклось, все вкусненько, пахнет сыром. Готово. Сейчас я хочу порезать еще зелени, и ужин у меня готов, так что... Заслуженный отдых у нас будет. А вам я желаю прекрасного дня, прекрасного вечера, приятного аппетита. Обнимаю, целую. Чус. Пока.